Нам очень нравится публиковать новые режимы на Сабишоке. Это что-то новое, это освежает проект. Ну и самое главное, люди кайфуют. И им нравится. А если им нравится, значит, мы делаем все правильно. Что же такое Deus 2 на 2? Мы его опубликовали, и он уже начал хайпить. Людям он нравится, как мы видим. Ну, такое было всегда на самом деле. Сначала режим хайпит, а потом он угасает. Но самое главное, чтобы этот хайп продолжался бы долго. Поэтому этим роликом я как-то поджигаю весь этот факел и надеюсь, что это будет подольше. Если в дуэлях один на один ты рассчитывал только на себя, ты перестреливался, тебе было скучно, мы это все понимаем, и поэтому создали новый режим, где ты сможешь с другом объединяться и отрабатывать выходы либо принятия на точках. Все очень просто. Вы создаете команду на сервере, и после этого приглашаете другие команды. Выбираете оружие и количество раундов. На этом завершается все. По сути, это реально копия Duels 1-1, но были добавлены новые карты, новые спавны и совсем другая логика. Найти этот режим очень просто, когда у нас выходит обновление, они всегда в топе, поэтому Duels 2 на 2 это не исключение. Заходим сюда и видим сразу же огромное количество серверов, которые забиты, это просто прекрасно. Нажимаем на кнопку глазика и больше не видим заполненные сервера. А если вам хочется увидеть классику, то просто нажимайте сюда и возвращается классическое отображение мониторинга. Но мне нравится больше этот, потому что есть сортировка по фейсету левелу. К примеру, на этом сервере средний левел это 9. Я могу туда зайти и понять, что это примерно мой уровень. Мой настоящий, конечно, ниже в 2 раза, но ничего, мы не будем на этом останавливаться. Ну а сейчас мы будем играть против Inkmate и Лехи 2077. А со мной будет в команде Magix из Team Spirit. Но Magix немножечко забыл включить веб-камеру, поэтому он будет без нее. А то, что это был настоящий Magix, у вас на экране, а то потом начнутся комментарии, что Эрик, ты нас обманываешь. Я жестко извиняюсь, но перед началом съемки я забыл включить камеру, поэтому в этом видео будет только скрин моей вебки. Я понимаю, что ролик выглядит, как будто я его заставил это делать. Я вообще думал, что это будет какой-то рофл, но он это воспринял слишком серьезно. Хочу немножечко уделить времени, также про Сабишок. С 20 декабря по 15 января у нас будет удвоенный дроп. То есть в конце каток шанс того, что что-то выпадет, в 2 раза больше. Если у кого-то есть премиум, то классно. Если у вас нет премиума, то можете приобрести прямо сейчас, это хорошее время. Ну и в честь этого мы запустили конкурс на большое количество скинов и девайсов Logitech про серии. Вам нужно всего лишь лайкнуть пост, подписаться на паблик и написать нашу личку паблика ВКонтакте просто плюсик. Репостить не нужно. 15 января будут результаты. Все ссылки есть в описании. Ну, а мы идем дальше. Как это все делается? Я сейчас нажимаю G, создаю команду вместе с Magix. Magix принимает мое приглашение. Создать команду, наверное, да? С Лехой 2077, да, я так и сделал. Молодец. Супер. И я кидаю вам вызов. Играем нормал мод, все оружие. Еще с флешкой до 16 раундов. Все готовы? Играем Дазда, Мираж и Инферно. Давай, главное уничтожить их. Готов? Да. Все, прячься, я убью. Хорошо, здорово, мистер Magix. Рекламу убил. Да. Тация пизда, брат. Нас выебут, блядь, как девочек, сука. Хорошо. Подкинешь флешку, я выйду. Я готов, давай. Кидай, дал флеш. Не вижу никого, они под нами. Один на шорте. Давай. Опа. Господи, гений. И виду. Оставьте виду. Сайт один. Шок близко. Ура, блядь! Ебёшь! Убил одного, и второй же близко. Второй там же, минус 20 от меня. Ебать, переиграно нахуй, жесткий. Ребята, у меня флешка гениальная есть, готов? О, в пальму? Давай, кидай. Я фул. Ай, какая красота была, это господи. Шансовая. Медиа близко. Двое там. Ё-моё. Кинул за спину, полетел. Давай, гол. Я смотрю длину. Один плентя, плент убил. Второй длина был. Не, на приеме. Раз, два, три. Пошел. Найс. Флешку кидают. Я ослеп. Старт. Гениально. Давай рамбуст. О, давай. Запрыгивай на меня. Они уже близко. Ай-яй-яй. Ладно. Девушки-матрешки. Мид убил. Еще там же, убил мед. Опа. Получается, 1.23 КД, 2.50 у игрока, участника мажора. Это позитивчик настоящий. Блять, вот знаешь, должно быть похуй, а мне не похуй, я переживаю. Я предлагаю Magix'у только пистолет использовать. Можно попробовать. Не-не, ладно, хотя давайте. Да. Давай, бро, я тоже буду за иглами. 90 нет, а я... Запутан. Ой-ой-ой. Левый дик убил.
На бусте. Ай. А, what? Нет, это забей. Да, да, не оставишь шанс. Пикуй мейн. Мейн убил. Мейн. Убит. Коннектор стоит. Коннектор один. Коннектор под окном. Убил. Блять, я все понимаю. Я понимаю, что Мэджикс попадает. А шок какого хуя попадает, блядь. Туда его, чел. Игрок мажора. Ситуация 1-2. Первый есть. Позитивчик. Оу, это было реально достойно. Это было без участника мажора. Под тобой. Ушел. Машина. Ура, бля! Это Леха! Так, я втору. По одному нахуй. На диглах, блядь. Хуй там плавал, блядь. Против величайших ботов на районе, сука. Голова. Упал. И джангл будет. Давай, на втором. О, есть флешка. Стой, мы вообще флешки не используем. Пошла. Пошла, работаем. Да ну, блин. Дай флеш на лево. Хорош. Пикаю в бок. Хорошо. Слушай, у нас позиция говна. Да, и убежать некуда. А нахуй я вообще играю, если есть ты? Убил первого. А ну-ка, смотри, это гениально, гениально, смотри. Проверит ли меня Magic? Пику лево. А, то он меня проверяет так, блядь, будто... Да за шо? Тихо. 14-15. Одну пулю даю. Убил? Пикай. Красота. Боже, чел, это просто легендарно. Просто чемпион мажор. Ты должен был быть чемпионом, бро. А ну давайте, блядь, еще третью чисто для нас третью сыграем. Да давай, давай. А, так погнали, что там? Какая третья? Какая третья карта была? Инферно. Ну это ваша любимая карта, я слышал. Погнали. Не, я не скажу, мне сейчас больше всего Ancient нравится. Ребят, какое оружие? Мы можем Навика сыграть все. Да давай Навик, да. Все, готово. Погнали, давайте, молодые люди. А тут может быть? А куда это? Один был на миду. Убил меня этот. Я кинул флеш. Не, чувак, он слепо убивает. Это Леха 2077. Как же это... Как... Ребят, взял, он вообще ничего не видит, он стреляет, убивает. Я не понимаю, что это. Один близкарка, убил. Ты говоришь неверную информацию. Я даже не вижу. А, блядь, тут нельзя на арку сместиться. А что ж делать, блядь? Это беда уже. Ну да, получается беда. Ладно. Это шо? Ой. Инк, мейт, бро! Позитив. Длина. Ё-моё. Я не успел. Давай. Раз. Давай, блядь! Лёха! Куда? После флешки, брат, после флешки. Давай. Они после флешки. О, они бутанулись, чел! Лёха, а ну-ка давай сюда. Они ещё раз сделают буст, представляешь? Это рамбуз. Один шорт, один лонг. Да. Лёха, это глубоко, в яме, блядь. Ай-яй-яй. Они сейчас выйдут, один выйдет. Брат, ты что, сжавал? Серьёзно? Короче, надо резать. Не-не-не. Затементом. Погнали. Не-не-не, в пизду, я... А-а-а-а! Чё? Это... Инквэ, это гений этой игры, что? О, два промаха, чё? А кого ты убил? А! Просто пикает. Лёха, не пикай, блядь. Сука. Лёха, брат. Лёха, брат, хуярь его, блядь. Лёха, ёбаный стыд. Лёха! Лёха, на уголочку, Лёха, уголочек, Лёха, блядь. Лёха, тут вообще? Я на месте, я просто... Я ничего не вижу. Смотри, опять. Своими, блядь, этими спидранами, сучка. Заебав, блядь. На бусте, Лёх, на бусте. Отвечаешь. Что это за флеш? Да почему? Он себе хуярит, блядь. Все, ребят, спасибо за игру. Было классно. По кайфу, спасибо большое. Давай. Как вам режим? Ваш фидбэк? Мне не хватает гранат. И не хватает понимания спавнов. Но в спавны, ладно, то наваливается. А вот гранат было бы хаешечку, я бы добавил бы. Не-не, флешки хватает. Хаешка — это уже ретейк получается. Режим, честно говоря, крутой. Но если вот сильно к респам не привыкнуть... то реально нормальная тема, вот вместе пикнуть, чтобы научиться вместе пикать, там, под флешечку тему это запускать, вот это прикольная тема.
Ну все, да? Спасибо. Нормальный. Спасибо. Спасибо, то, что пришли. Главной целью этого ролика было рассказать вам про то, что мы создали такой режим. Надеюсь, то, что это не просто так, и после просмотра ты не будешь игнорить его. Попробуй поиграть, может быть, тебе понравится. Это будет самой главной победой для нас. Если ты еще затянешься и будешь часто там играть, это вообще просто имбище. Зови друзей, собирай пати, играй. Поможет тебе стать лучше. Ведь серьезно, хоть откидывать флешки, чтобы выходил друг, это уже какая-то польза. Это уже хоть какой-то апгрейд. В начале ролика я вам рассказывал про конкурс. Не забудьте принять участие, все остальные ссылки в описании. Ну а я с тобой прощаюсь. Спасибо. И пока, дружище.